В ходе онлайн-совещания руководителей милицейских подразделений Кыргызстана 22 мая в МВД особое внимание уделено вопросам безопасности учащихся в образовательных учебных заведениях. Подразделениями органов внутренних дел разработаны комплексные меры охраны общественного порядка 25 мая во время празднования окончания учебного года. В дополнение к комплексным планам, каждому руководителю следует организовывать профилактические мероприятия по предотвращению преступлений среди молодежи, массовых драк, автомобильных аварий и любого нарушения законности. Совместно с директорами школ, социальными работниками, родительским комитетом провести работу по предотвращению негативных явлений среди школьников. С помощью средств массовой информации и социальных сетей информировать общественность об ограничениях, предусмотренных в период празднования последнего звонка, пребывание учащихся в развлекательных заведениях, употребление алкоголя, вождение транспортных средств и так далее. В случае несоблюдения правил причинения вреда несовершеннолетним, к лицам, ответственным за контроль и исполнение установленных требований, будут приняты строгие меры. Провести соответствующий инструктаж личного состава дежурных частей, следственно-оперативных групп, инспекторов по делам детей, сотрудников служб обеспечения безопасности дорожного движения по предотвращению и происшествию преступлений среди несовершеннолетних. Проверить работу всех видеокамер, установленных в школах и на их территории, потребовал Улан Ниязбеков, пресс-служба МВД Кыргызской Республики.